Итак, пока прототип дизайн. Коробочка будет, конечно, закрыта. Ну, в общем, вот так вот это выглядит. Горит зелененьким, красиво все. Нажимаем. И нам показывает тоже на зеленом фоне, что у нас 92% остатка заряда. Это на 25 вольтах. Теперь мы опускаем до 21 вольта. Так, опустим до 21 вольта. Даже, я думаю, вот так вот будет достаточно. Вот напряжение. Ну и нажимаем на кнопочку и смотрим, что нам покажет прибор. 0. Нужно заряжать. То есть мигает одна рамка. Ну и, соответственно, когда мы поднимаем до 27 вольт, 27,7. Это процесс зарядки. Включаем. И вот у нас показывает 100%. Конечно, здесь светодиод будет разряжать, но, тем не менее, я думаю, все нормально сработает. По идее, ну, в общем, будет уже готовый прототип в корпусе. Двусторонний скотч прилепим к подъемнику. В оригинале уже кнопка будет заменена, будет другая, без подсветки. Ну и, соответственно, при нажатии на кнопку будет показывать, какой остаточный заряд. Кнопка будет без подсветки, дабы не разряжать лишний раз аккумулятор. Ну и вот как оно выглядит уже на подъемнике. Пока прототип, потом будет врезаться в корпус, соответственно, остаток заряда в процентах, зеленый с зеленым, ну и, соответственно, поднимаем все это дело вверх. Ну, вот так вот будет модернизация Титана М. У конечного потребителя, конечно, не будет гореть кнопка, дабы не разряжать лишний раз аккумулятор. Но, возможно, кнопка будет другая.